состав Владимир Алешкин, барабаны. Да нет такого у нас в команде, но мы его обязательно позовем. Вторым обычно мы представляем нашего лысого гопника, гитариста, Василий Квашев! Васяныч! Это гитарист, да. Можно еще раз поаплодируйте гитаристу, а то у него это... У него в жизни сложный период, он музыку играет. А третьим обычно мы представляем нашего бас-гитариста. Это ноутбук Acer 1853, да. Посмотри, громче всех на вас. Лучший музыкант коллектива, который практически никогда не лажает, за исключением, когда нету выпивки. За исключением, когда он просто крешится, да? Дальше. Человек, который придумал все песни, которые мы играем, и заставляет нас их играть и петь, а также заставляет выступать за сразу, блин. У которого самые-самые длинные носки у ботинок. Человек, это единственный человек, который собирается дольше, чем его девушка, да? Дмитрий Машко! Машков, от тебя хотят детей. Я тоже хочу. От себя детей. Ну что, а я обычно представляю своего, так скажем, самого вредного члена коллектива. Вопила, орала, безонала, натурала. Сергей Валерьевич Лобанов, вокал! Да, вообще. Не надумал поскакать? Нет. Пусть побег попрыгает. Дорогие друзья, поднимите, пожалуйста, руку те, кто... Да не, только те, кто евреи. Один человек, да? А те, кто Киркоров? Два. Ребят, вот, в общем, это к вам не относится, но следующая песня называется «Приговоренный жид». Ну ты пошутил, Сергей Валерьевич. Не, я сейчас спою именно так, Дим. Я еврей, блядь. Ты еврей? Давай. А у тебя не то поднялось, я понял. Я тоже приговорен. Ладно, тогда приговорен жить. Ребят, поддержите нас! Thank you.
песенку завалил. Руки отваливаются. Отлично.